сегодня произведение. У меня грустное настроение, вроде пятница, сегодня конец рабочей недели, а что-то грусть и тоска. И вот песни почему-то сегодня вот играются именно такие вот. Несколько раз прогнал ее сегодня, не смотрите вы так. Да, да, песня «Черная моль», «Институтка». Несколько раз прогнал, но почему-то как-то успокоительно стало, хорошо так, прям вот гнев прошел, усталость прошла, и решил сделать запись, записать ее. Давайте посмотрим правую сторону, как играется. Может, кому-то так понадобится. Воспользуйтесь, потом сыграть тоже. Другие играл по-другому, маленько чуть повыше, но не так гармошка проговаривает слова, поэтому вот я на этом варианте в свое время остановился, ну и дурачусь, когда я использую его. Забываю, конечно, если долго не играешь, там, допустим, пройдет месяц-два, приходится заглядывать в писульки там и все это дело вспоминать, потому что в голове удержать такую информацию тяжело. Давайте басы еще посмотрим. Ну, басы тут видели, тут у меня то в лес, то под дрова, каждый раз по-разному. Ну, примерно сейчас басами определимся, где какой участке идет, какой аккорд. А там уже пальцами произвольно. Давайте глянем. Таким образом, кому-то понадобится вдруг, разбирайтесь. У кого-то, может быть, тоже будет скверное настроение, ну, подурачитесь, поиграете, и в итоге у вас прям вот, ну, хорошо, легко и свободно на душе стало. Успехов вам в разборе.